Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о климате в городах России. И у нас снова рубрика «Диванный эксперт». Очень интересную статью нашел, сейчас я вам сразу ее покажу. Сайт называется CleanBin, и здесь прям несколько рейтингов о городах, в которых удобно жить. Например, вот есть топ-5 городов России с самым благоприятным климатом, топ-5 комфортных для проживания городов России у моря и так далее. То есть несколько рейтингов и некоторая полезная информация. Хотел прочитать вам эту статью. Ссылочку, конечно же, на сайт CleanBin я оставлю в описании. Ребята молодцы, сделали очень интересный материал. То есть я как только его увидел, сразу решил вам его зачитать. Перед этим хочу немножечко вам рассказать о том, что все-таки солнечные дни, да, количество солнечных дней в разных городах. Дело в том, что часто очень многие говорят, что не стоит переезжать в Санкт-Петербург или в Калининград, потому что мало солнечных дней. И это действительно важный фактор, насколько нужно, чтобы было много солнечных дней в году вообще, да, и насколько хорошо, когда солнечных дней прям запредельно много. Мы это тоже обсудим немножко позже. А сейчас я бы хотел просто показать немножко карту солнечных дней в России, да, вот именно по городам. Сложно было найти нормальный рейтинг. Дело в том, что везде типа такого идут подборочки там 10 лучших там солнечных городов России. Ну а нам надо не 10, нам надо больше, и нам надо не только самые солнечные, но и самые такие хмурые и пасмурные. Поэтому я нашел вот такой рейтинг, где кроме городов России, как вы, наверное, уже успели заметить, затесались и другие города типа... Типа Алматы, например, да, ну то есть города стран СНГ. Мы на них не будем обращать внимания и попробуем сконцентрироваться вот на том, что есть. Как вы можете наблюдать, здесь ситуация такая. Чите, да, у нас здесь показан, что самый солнечный город, Чита. Но на самом деле я видел разные рейтинги, где-то пишут, что это Владивосток, где-то пишут, что это Сочи, где-то пишут, что это Хабаровск даже. Поэтому, ну, плюс-минус, можно примерно вот здесь видеть общую тенденцию. Я думаю, что вот как оно есть, так оно примерно и есть. То есть Чита это у нас Дальний Восток. Владивосток это у нас Дальний Восток. Астрахань это уже туда, на юг. В общем, сейчас я вам покажу карту, которую я сделал. Я нанес на карту России вот эти все города. И можно теперь прям посмотреть, где у нас, в каких местах нашей любимой страны водятся солнечные города, а в каких местах у нас, наоборот, пасмурно. Вот видите, у меня два фильтра. Я нажимаю «Солнечные города» или вот «Мало солнца». Да? Вот нажимаю «Мало солнца», и мы видим города какие. Это Калининград. Это Псков, это Вологда, это Кострома, это Нижний Новгород, Киров, Пермь и так далее. Да? И вот даже есть Мурманск. Получается, что вот эта центральная Россия и туда на север, да, если пойти наверх, то получается, что у нас здесь нету солнца. То есть если мы живем в центральной России и в том числе в Москве, то с солнцем ну, придется как бы встречаться не очень часто. А если мы эту галочку убираем, ставим солнечные города, и получается, что у нас вот, видите, как по всей стране распределены эти солнечные города, и они, конечно, ближе к югу идут. То есть, как правило, солнечные города у нас где? На Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. То есть, вот примерно здесь у нас все солнечные города. Давайте я вам перечислю. Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Владивосток. Ну и там же Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, это вот все много солнца. Иркутск, Красноярск, это уже в Сибирь мы перешли, Томск, Барнаул, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, на Урал, да, вот мы уже перешли. Но здесь уже поменьше, вот Екатеринбург и Казань, и здесь у нас Самара, здесь уже поменьше солнечных городов, вот по графику мы видим, что это уже мы вот сюда спустились, это уже самый край. Вот ниже там Воронежа и Екатеринбурга я уже не стал наносить города как солнечные, да, я уже их поставил как такие пасмурные. Но надо сказать, что Самара, Казань, Магадан и даже Сочи – это города, где не очень много, прям не так, чтобы запредельно много солнца. Но здесь вот мы уходим на юг, и здесь у нас получается Воронеж, Ростов-на-Дону,
Сочи, ну тут и Краснодар, как вы сами понимаете, просто в этом рейтинге почему-то его нет. Астрахань и Оренбург туда, ближе к югу, да, центральная часть России, но уже вот такая, ближе к югу идет Оренбург, и там тоже побольше солнца. Ну, то есть получается, что либо вы живете на юге, либо вы живете на Дальнем Востоке или в Сибири, либо ну, у вас, получается, нету солнца. То есть вот приходится выбирать. Поэтому давайте еще раз я покажу оба графика. Вот видите, получается, оп, сейчас уменьшу. Вот так вот добавляются солнечные города России. Все, с этим мы закончили. Теперь переходим на сайт CleanBin. Буду вам читать и немножко комментировать, давать свои комментарии. Ровный благоприятный климат вместе для переезда меняет досуг, привычки человека, состояние здоровья и предпочтения в еде. Переезд может улучшить самочувствие или усугубить проблемы. Рассказываем, как не ошибиться в выборе города и какие места предлагают самый лучший климат в мире для проживания. Ну, здесь больше про Россию, и только последний рейтинг, он касается стран мира, мы его, о нем не будем говорить. Поехали. Изучение влияния климата на жизнь и здоровье человека занимается медицинская климатология. Место для проживания наука выбирает по четырем особенностям. Первое – это температура воздуха. На мягкий климат организм реагирует расширением сосудов, снижением артериального давления, замедлением процесса обмена веществ и мозговой активности. Холод же провоцирует обратные реакции, стимулирует деятельность организма. То есть, если вы хотите, чтобы у вас мозги были свеженькие, вы всегда правильно ориентировались в ситуации и быстро соображали, то вам, пожалуйста, ребят, на холод. А как раз там, где жара, там, получается, у нас мозги немножко спекаются и уже ну, нету такой активности. Нету... Поэтому когда там, где сильно жарко, тоже есть свои минусы. Да? Видите, мозговая активность у нас снижается. Второе. Атмосферное давление. Перепады атмосферного давления меняют тембр голоса даже, уровень слуха и кожной чувствительности и приводят к учащению пульса. Третье. Влажность. Избыточная провоцирует ринит, аллергические реакции организма и астму. Сухой воздух раздражает слизистую носа, вызывает ангину, проблемы с дыханием и кожными покровами. То есть свои минусы есть и у влаги, и у сухого. Соответственно, вы, наверное, уже догадались, что по каждому критерию лучше, конечно, что где-то находиться в середине, чтобы не сильно холодно, не сильно жарко, чтобы давление было такое среднее, да, и влажность была не сильно влажная, не сильно сухая. Но солнечной активности то же самое. Получается, что умеренное потребление ультрафиолета способствует выработке витамина D и стимулирует обмен веществ. А излишние дозы повышают риск развития онкологии и снижают иммунитет. Так что вот, получается, там, где солнечные города у нас, ну, тоже, когда очень много солнца, есть свои риски и нужно оценивать. Вообще, в идеале, конечно, пойти надо к врачу и спросить у него, да. Но если бы у нас был семейный врач, как это, например, может быть, на Западе есть, да, такая практика, который знает всю вашу ситуацию, знает все ваши болячки. А в нашей ситуации, я думаю, что если вы пойдете к обычному врачу-терапевту, вряд ли он вам хорошую даст консультацию. Ну, если это вам не повезет и не попадется какой-то особо хороший врач, который будет сидеть, разбираться с вашей картой и смотреть, чем вы болели, и долго с вами общаться. В общем, короче, у нас немножко сложно с этим, но, тем не менее, если есть возможность какая-то, то можно проконсультироваться с врачом. Самый комфортный климат для проживания. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучший климат для долгосрочного переезда и жизни сочетает температуры воздуха на уровне 20-25 градусов и относительную влажность 40-60 градусов. Для здоровья лучше выбирать те зоны, которые помогают корректировать самочувствие. Морские полезны людям с тревожностью. Вот вы знаете, это как раз для меня, потому что что-то я тревожусь в последнее время и за судьбу нашей страны, и за, вообще за жизнь. В общем, много забот. Конечно, нужно к морю срочно. Недаром люди уезжают на море. Горные повышают возбудимость центральной нервной системы и иммунитет. А леса и степи с незначительными колебаниями температур подойдут пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Земля в северных широтах подходит для тренировки выносливости и пробуждения организма, да, как мы уже говорили про мозг. Если вообще мне кажется, что, конечно, вот такие переезд в Сибирь или на Дальний Восток – это больше для молодых. А, ну, кто постарше, им лучше уезжать, ну, конечно, не на юг, а куда-нибудь вот в, такие, в такой умеренный климат. Вот смотрите, сейчас как раз об этом прочитаю. Чтобы понять, какой климат подходит конкретному человеку, стоит проконсультироваться с врачом. По мнению ученых, наиболее комфортным считается существование при 24 градусах Цельсия, без резких перепадов температур в течение года. Ну, то есть это такая европейская зима, европейское лето, в общем, европейский скорее климат. Эта температура характерна для экваториального пояса, где зародилась человеческая жизнь, и современных жилищ в других зонах. Ну, то есть, делаем для себя вывод, что нам надо стремиться туда, где зародилась жизнь человеческая, и будет нам всем хорошо. При выборе местности для переезда на ПМЖ внимание обращают на рынок труда, не буду здесь читать подробно, стоимость жилья, инфраструктуру, экологию и климат. Последний фактор, если переезд не связан с работой или поступлением в учебное заведение, часто становится решающим. Да, вот поэтому мы решили этот ролик немножко снять и обсудить. Вот интересно ваше мнение тоже услышать. Люди едут поближе к морю, в тепло, или бегут за чистым воздухом и умеренными температурами. Но искать лучшее место для жизни, обращая внимание только на погоду, неправильно. Давайте вот перейдем уже к топ-5 городов с самым благоприятным климатом. Назвать универсальные места, которые отличают самый комфортный климат в России для постоянного проживания, сложно. Из-за особенностей организма люди нуждаются в разных условиях. Но наиболее благоприятные для большинства города России располагаются в Краснодарском и в Ставропольском краях, а также в Адыгее и в Калининградской области. Вот видите, сюрпризов нету. Либо на юг, да, России, либо в Калининградскую область. В топ-5 мест входит Майкоп, Ставрополь, Краснодар. Хотя я вот не считаю, что Краснодар, например, это хорошее место климатически для жизни. Но это только для тех людей, кто очень любит жару и готов к ней вот приспосабливаться. А так, в принципе, Калининград, Пятигорск – достаточно интересные места, где можно вот рассмотреть свою жизнь. Но опять же, если сравнивать, если брать еще другие параметры, то по факту, ну, Ставрополь достаточно скучновато, там Краснодар живой, развитый, но с климатом там вот, если жара нормально, то подойдет. Калининград, в принципе, нормальный середнячок, и можно его рассмотреть. А Пятигорск, там, может быть, скучновато будет, город небольшой. Хотя город курортный и очень приятный. Очень хочу туда попасть. Переходим к топ-5 комфортных для проживания городов в России у моря. Вот здесь, получается, предлагается 5 городов. Это Сочи, Краснодарский край. Вот Сочи как раз летом жара не такая сильная, как в Краснодаре. Но, тем не менее, там тоже очень жарко. Я вот сейчас планирую обзор на Сочи. И, ну, там есть проблема, то, что летом прям жарко и, ну, как бы жарко, влажно. Море не полностью спасает и не решает всю проблему жары. Потом на втором месте здесь Анапа, Краснодарский край. Недаром столько людей, кстати, туда едет. Геленджик, Новороссийск и Туапсе. Вот такие города предлагаются именно прибрежные. Ну, тут подробности есть. Сами можете остановить на паузу, почитать. У каждого города свои нюансы. Топ-5 городов России для проживания с детьми. Если вы решаете, куда переезжать для постоянного проживания, из-за детей выбирайте местности с мягкими погодными условиями, развитой инфраструктурой и соответствующей экологической обстановкой. Лучший климат для жизни в России с детьми предлагают 5 территорий. Вот смотрите, на первое место они поставили Калининград и Калининградскую область. Да, конечно, зима хмурая, да, немного солнца. Да, много дождей и, ну, ветра бывают. Но, тем не менее, Калининград и Калининградская область, видите, уже не в первом рейтинге лидируют или там даже присутствуют. Здесь вот как раз нету резких перепадов температур и сильных ветров. Теплое лето и умеренно прохладной зимой и средний уровень влажности. Воронеж, Воронежская область, тоже, в принципе, город-миллионник, достаточно хороший климат, умеренные погодные условия, теплее, чем в Москве, но зимой, вот видите, устойчивый снежный покров и среднегодовая температура 7 градусов Цельсия. Казань тоже, вот обратите внимание, что в Казани достаточно много солнечных дней,
Город отличает ровные погодные условия без жары и морозов. Летом воздух прогревается в среднем до 20 градусов. То есть летом не сильно жарко. Хотя я вот когда бывал в Казани, мне показалось, что там жарковато. Либо мне так повезло, но было прям очень жарко. Зимой вот до минус 10. То есть такая нормальная зимняя зима, как вот у нас в России любят. Опять же, смотрите, Белгород появился. Приезжих в местности ждет здесь прохладная зима и жаркое лето с сухим воздухом. Из плюсов перепады температур небольшие. Я, кстати, вот видел, что на новогодние праздники в Белгороде на центральной площади было огромное количество людей. То есть Новый год справляли прямо на площади тысячи людей. Да, вот в Хабаровске, например, это нереально. А для Белгорода это, в принципе, норма, что да, все выходят, справляют Новый год прямо на улице под фейерверки, под огни, под свет огней. В общем, такая традиция. И, соответственно, там все эти ярмарки с грогом, с разными сосисками, колбасками тоже есть. Ростов-на-Дону также, видите, предлагается. Зима со снегом в город. Мы все эти города практически затронули, и подробно о них я рассказывал на канале, поэтому все это одно и то же, все эти знакомые, конечно, нам места. Зима со снегом в город приходит на 10-25 дней. Максимальное зафиксированное снижение температуры 32,2 градуса Цельсия. Летом здесь жарко, солнечно, с потеплением до 40. Ну, конечно, Ростов жаркий город. Зимой ветрено, летом жарко, но тем не менее весной и осенью там просто замечательно. Знаете, если бы я, например, если бы у меня была возможность выбрать жизнь на два города, я бы, наверное, все-таки выбрал Сочи. И в Сочи жил бы вот ту половину зимнюю. Получается, вот видите, как раз про Сочи тут тоже рассказывалось. Я бы жил там, условно говоря, с середины октября по середину марта я бы жил в Сочи. А летом бы я переезжал в какой-нибудь, например, или в Калининград, или в Казань, или в Нижний Новгород. И было бы вот хорошо, мне кажется. Но это если жить в России, конечно. Так, теперь топ-5 для комфортного проживания пенсионеров в России. Если планируете улучшить здоровье, можно на время попробовать северные широты. Для постоянного проживания пенсионеров в России лучший климат предлагает 5 мест. Таганрог. Кстати, Таганрог очень интересный город, на самом деле. Я считаю, что по недвижке он сейчас недооценен, и вы можете рассмотреть его, если у вас ограниченный бюджет для жизни, потому что, во-первых, там сейчас идет развитие неплохое, то есть там трамвайную систему делают на весь город прям целиком под ноль. Там планируют его выделять большие деньги на развитие туристической отрасли и вообще на восстановление, приведение города в порядок. Если у вас, например, очень ограниченный бюджет, и вы хотите переехать куда-нибудь на юга, то вы можете рассмотреть Таганрог, потому что он со временем, я думаю, что недвижка там сильно подрастет, и качество жизни вырастет в городе. Пока оно, конечно, такое слабенькое, но там есть перспектива, что в ближайшие там 3-5 лет будут изменения большие и серьезные. Вот об этом мне говорили, ну, я читал сам. Видите, тут и климат нормальный. У самого комфортного для пенсионеров города сухой климат летом и влажный зимой. Ну, опять же, дальше Воронеж, мы видим Белгород, и появляется вот у нас Зеленоград. Конечно, там мало солнца, как мы все понимаем, но достаточно приятная температура, не сильно жарко летом, и зимой получается не сильно холодно, минус 7, но тем не менее нормальный есть снежок. В общем, минусы только в том, что Зеленоград, я, честно говоря, не был там и не буду врать сильно, но подозреваю, что там так же, как и в Москве, очень рано темнеет зимой и очень много вот такого пасмурной хмурости, скажем так. Тут еще добавили, смотрите, Тамбов, Тамбовскую область, но я не знаю, стоит ли рассматривать Тамбов для переезда, ну тут уже смотрите сами. Топ-5 экологически чистых городов России. Вот еще один рейтинг, тоже очень интересно, да, вот посмотреть. Здесь мы увидим новые города, которые не встречались еще в рейтингах других. Это Сарапул, Удмуртская республика. Я думаю, что в плане развития есть проблемы там, и может быть так грустновато немножко. Я бы лучше тогда в Таганрог поехал. К тому же в Таганроге, чем хорошо, рядом Ростов-на-Дону, огромный город, куда всегда можно поехать и решить какие-то вопросы, погулять или сделать закупки. Горно-Алтайск. Но это вот для тех любителей природы, которые готовы жить в достаточно холодном климате, но
с прекрасным чистым воздухом и с просто обалденными видами и с чудеснейшей природой. Дальше вот минеральные воды. Минеральные воды тоже интересный вариант. Ну, в принципе, многие переезжают в такие города-курорты, но мне кажется, что там будет скучновато зимой. И, ну и по недвижке я не уверен, что прям сильно будут хорошие цены. Дальше предлагается Краснокамск, Пермский край. Но это, наверное, что-то среднее. Да? Вот летом 18 градусов, не жарко, вообще не жарко. А зимой до минус 12. Ну, такая, как бы, температура средней с центральной России, скажем так. И дальше предлагают Балахна, Нижегородскую область. Ну, с климатом, с экологией там действительно все в порядке. Может быть, кстати, посмотреть, что это за город. Я вообще впервые о нем слышу. Ну, тоже очень-очень любопытно. Поэтому, ребят, вот такой рейтинг интересный. Дальше уже идет топ-5 стран мировых. Я обещал их не касаться, но можете вот посмотреть одним глазом, если вам интересно. В Греции, видите, вот в Европу можно поехать в Грецию, там хороший климат, но, правда, экономика дохлая совсем. Вот. Такой ролик получился, такой разговор. Пишите то, что вы думаете. Где-то, может быть, здесь вы считаете некорректные данные указаны. С удовольствием выслушаю ваши аргументы. Всем желаю хорошего настроения. Поддержите, пожалуйста, эту рубрику «Диванный эксперт». Если вам будет интересно, если вы будете много смотреть, то я буду дальше делать какие-то подборки и выбирать какие-то интересные материалы для вас. Ну, а теперь всем пока.